К сожалению, а может к счастью, не всегда все продукты можно приобрести в одном магазине. Где-то подешевле, где-то повкуснее. И к обзору покупок моих в Светофоре присоединяется еще обзор покупок в двух магазинах, в которые я зашла. Это Ярче и Мария Ра. Начну с Ярче. Почему хожу в Ярче? Потому что мы там покупаем картофель. Там всегда очень вкусный картофель, мытый. Стоит он 21 рубль. Но сегодня мытого картофеля не оказалось, но был не мытый. Это как раки по 5 рублей. Вчера, сегодня по 3. Так и сегодня картофель не мытый. По 11 рублей, а если точнее 10,90. Поэтому я купила 2 пакета картошки. В этих пакетах почти 10 кило получилось на 106 рублей 12 копеек. Вообще чек на сумму 572 рубля. Что еще я покупаю в Ярче? Если я туда захожу, обязательно покупаю яйца. Яйца у них имской из птицефабрики. И всегда у них они, если S0, то это точно уже S0. То есть самые большие это S0. Стоят яйца сейчас 63 рубля. Отборное такое S0, 63 рубля десяток. Купила 2 десятка яиц. У них есть своя пекарня, и купила 4 таких маленьких мини-багета, которые по акции по 16 рублей. Возможно, ребята сделают себе хот-доги. Очень вкусный такой фарш Боровково. Фарш домашний, 700 грамм. Очень вкусные котлеты, если смешать домашний фарш Боровково с куриным. Стоит этот фарш 224 рубля. И нужно было купить сахар. Я купила, вот он мне попался на глаза, я купила сахар белый. 46 рублей 88 копеек. 1 килограмм. И дозакупилась Мария Ра. То, чего мне еще не хватало. Мария Ра я сделала уже не такую большую покупку. На 284 рубля купила куриный фарш Троекурово. Он недорого в Мария Ра. 127 рублей 600 грамм. Может, я, конечно, подумала, что недорого. 600 грамм это 200 рублей. Ну, недорого, да. Хлеб сибирский 24,50 нарезанный. Молоко отборное, простоквашино, как любит мой Егор. Тоже по акции 49,90. Это тоже очень дешево по сравнению с другими магазинами. И подсолнечное масло. Почему-то этикетка вот уже отвалилась. Потому что потекло масло, мы его раздавили. Вот рука у меня получилась жирная. Может быть, поэтому. Масло подсолнечное Благо 79,90. На этом мои покупки закончились. И обзор тоже подходит к концу. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.